Добрый день, я поздравляю всех, приветствую всех вас с очередным нашим виртуальным уроком. Наука Каббала, Птиха, Лихумата Каббала, как она называется на иврите. Мы с вами очень медленно ее проходим, эту Птиху, но я думаю, что главное все-таки объяснить ее течение. Я не знаю, насколько вы в состоянии проходить ее затем дома. Но если бы вы просматривали дома, а я бы вам тут как бы проходил бы поскорее тогда эти главы, было бы, конечно, лучше. Но, по крайней мере, посмотрим, как это можно будет сделать. Мне необходим для этого с вами более четкий контакт. Пункт четвертый – это то, что перед нами. Необходимость развития желания получать из четырех уровней и необходимость прохождения его через четыре мира – Ацилут Брия и Цара Асия вызвано правилом. То есть, почему желание должно постепенно развиваться, пока не достигнет нашего мира? В чем причина этого? Он говорит, это вызвано правилом, согласно которому только распространение света с последующим его выталкиванием, исчезновением, делают сосуд или желание пригодным для его предназначения. То есть, если я хочу чего-то желать, значит, я должен сначала получить в себя наслаждение, ощутить его, а затем оно должно от меня исчезнуть, из меня уйти. И вот это получение наслаждения и его уход, этот процесс, который во мне будет происходить постепенно, я буду вбирать в себя, а потом постепенно это будет поневоле из меня уходить, вот здесь во мне будут рождаться настоящие свои ощущения, как наполнение, так и опустошение. И вместе они создадут во мне новое отношение к наполнению, которое и назовется желанием, истинным желанием. Объяснение. Пока свет наполняет сосуд, свет и сосуд неразрывно связаны между собой. Сосуда, как такового, фактически нет. Он уничтожает сам себя, подобно тому, как огонек свечи меркнет от пламени факела. Что он хочет сказать? То, что нам с вами известно в нашем мире. Если я получаю огромное наслаждение, оно меня полностью парализует. Парализует мою волю, не дает мне возможности самостоятельно действовать. Вот как страшно жаждущий наконец-то получает стакан воды. Он не знает, как себя наполнить. Для него это самое важное в мире. Он не слышит, он не видит ничего. Ему главное взять то, что он так желает. Так и кли. Когда в него входит наслаждение, поскольку он это наслаждение желает, наслаждение становится главным в нем настолько, что оно командует, оно властвует в этом желании. У нас есть такие примеры из нашей жизни, когда наслаждение, которое приходит, оно такое, что называется «потерял голову». И ничего не можешь сделать. Оно вот тебя просто берет в свою власть и делает с тобой все, что хочешь. И ты идешь, совершенно потеряв голову. Если мы не испытываем такого, это потому, что в нашем мире, к сожалению, мало таких наслаждений. Но, в принципе, это закон наслаждения и желания. Если наслаждение, оно может наполнить полностью желание, то оно тогда этим желанием командует. Так вот, для того, чтобы сделать желание, то есть творение самостоятельным, для этого надо разделить между ними. Чтобы был самостоятельный я и самостоятельное желание. И это желание не властвовало бы надо мной. Оно не делало бы со мной все, что пожелает. А чтобы я мог оттолкнуть его от себя, поставить нас отдельно друг от друга и найти в себе силы командовать собой и делать с собой все, что угодно, как я захочу, несмотря на то, что передо мной находится желание, то есть то, что меня может наполнить и дать мне жизнь, счастье, воздух, воду, все, что надо человеку.
Как можно отказаться от этого и быть абсолютно самостоятельным от приходящего наслаждения? Вот в чем вопрос. Если человек может достичь такого состояния, с этого момента и далее он начинает считаться творением, существующим независимо от Творца. А если он такого состояния не достиг, то он полностью управляем, как мы все с вами в нашем мире. Абсолютно управляемый. То, что мы этого не видим и не знаем, это не облегчает нашу участь. Жучки всякие, которые ползают по земле, муравьи, они тоже не знают, что они абсолютно управляемы, абсолютно запрограммированы. Но они, это их жизнь, и такая же жизнь у нас. Если бы мы увидели нас сверху, из высшего мира, мы бы убедились, что, в общем-то, абсолютно подобны всем остальным животным. То есть полностью управляемы. И наслаждение или его отсутствие страдания полностью управляет нами. Так вот, здесь говорится о том, каким образом можно выйти из-под власти наслаждения, поставить себя отдельно, изолированно от него, и командовать, наоборот, управлять наслаждением. Так вот, он говорит, что если желание наполняет наслаждение, то в таком случае наслаждение полностью подчинено желанию. Извиняюсь, желание полностью подчинено наслаждению, и нет здесь творения. То есть, если наслаждение наполняет желание, то творения нет. Оно властвует. Оно полностью управляет им. Как можно сделать, чтобы оно им не управляло? Он говорит так. В таком состоянии желание удовлетворено, следовательно, его фактически не существует. Оно может снова появиться только тогда, когда свет выйдет из него и перестанет его заполнять. Причиной этого самоуничтожения сосуда является полная противоположность между светом и сосудом. Ведь свет напрямую исходит от сущности Творца, от замысла. Свет – это желание отдавать. Он не имеет ничего относящегося к желанию получить. Свет, а это сосуд. Сосуд же является полной противоположностью света. Это огромное желание получать свет. То есть сосуд, он нуждающийся, он вторичный, он зависящий. Такие мы. И в таком состоянии мы полностью управляемы. Мы находимся или на уровне неживом, или растительном, или животном. И даже если мы считаемся людьми в нашем мире, мы все равно животные, потому что полностью управляемы. Как нам подняться от уровня животного до уровня человек, как его определяет Каббала? Об этом мы сейчас как раз-таки и говорим. Сосуд – это корень, источник чего-то принципиально нового, того, что не существовало ранее, творения. Сосуд не имеет ни малейшего желания отдавать. Так как свет и сосуд тесно связаны между собой, то желание получать аннулируется относительно света. То есть, если я когда-то желал получать, желал наслаждаться, как только свет входит в меня, он аннулирует мое желание. Сосуд – это желание. Абстрагируйтесь немножко от того, что вы знаете. То есть желание. Как только желание наполняется тем, что оно желает, оно исчезает. Исчезает желание, значит, нету творения. То есть если мы говорим о творении как о желании, что-то такое философское, не материальное, желание. Если это желание удовлетворено, оно больше не испытывает никаких желаний, оно исчезло, его нет. То есть наслаждение, свет аннулирует в таком случае желание, и нас нету. Это то, что происходит с нами.
Мы только существуем с вами, как маленькие животные, управляемые, а больше, кроме этого, ничего в нас нет. Теперь весь вопрос в чем? Так как свет и сосуд тесно связаны между собой, то желание получать аннулируется относительно света. Сосуд приобретает определенную форму только после исторжения из него света. Вот если сейчас, после того, как он наполнился, каким-то образом свет уйдет из него, из сосуда, и сосуд останется пустым. Только после выхода света сосуд начинает страстно желать получить его. Вот тогда получится, что то желание, которое было у него, становится другим. Это сосуд, это желание, допустим, номер один. А здесь становится у нас уже сосуд, желание номер два. Это страстное желание к свету, который его покинул, который оставил в нем так называемое решимо, запись от наполнения. И тогда устремление за этим светом, оно двойное. Это первичное желание, которое было, и дополнительное к нему. Это страстное желание, новое, вот это вот дополнительное, оно и определяет форму желания получать. То есть вхождение света и выход его, как бы, что подумаешь, произошло? А произошло очень многое. Оно оставляет запись в желании. Оно и создает новое желание. Вот это вот новое желание, оно совершенно другое. Большое, определенное, которое именно родилось от света. И именно это желание к этому свету. Ни к чему-то неопределенному. Это желание неопределенное. Неопределенное. Просто желание наполниться, насладиться. А вот это желание уже номер два, оно определенное. Именно к тому наполнению, которое было рядом, было в нем. Поэтому оно уже направлено явно по вектору и явно по форме. После того, как свет снова входит в сосуд, вот когда сейчас свет уже входит в сосуд, они становятся разными, уже не полностью свет владеет сосудом, потому что сосуд уже желал его заранее. Поэтому, когда свет приходит, он уже приходит в заготовленное под него желание. И тогда они определяются уже как два различных состояния. Вот это вот состояние сосуда называется телом, а вот этот вот свет, который его наполняет, называется жизнь. И обрати внимание на эти два понятия, потому что они очень-очень глубокие. Вот что говорит нам Баля Сулам, но об этом мы будем затем говорить, когда будем говорить про создание человека. Сейчас мы говорим с вами только о элементах творения. Вопросы есть, Саша? Да, вопросов много. Пожалуйста. Вот один вопрос задали нам из Израиля, не подписано имя. Как проявляется различие в желании Пхине Гимель и по сравнению с Пхиной Далит? Мы об этом проходили вообще, да? Да, мы проходили четыре стадии, но тут так они... Так я тогда повторю. Может быть, просто два слова, да. Хорошо, я повторю. Это не помешает никому из нас. Для того, чтобы создать настоящее желание, наслаждение должно воздействовать на первоначальное желание
последовательно по четырем стадиям. Свет сначала из ничего рождает в себе желание. А это свет наслаждения. Вот эта стадия называется корень или кетер. Первая стадия – корона. И она – свет, который действует на желание, находящееся в нем. Он его раздувает собой и наполняет. Вот эта вот стадия, когда он его уже наполняет, это желание, называется хухма. Или первая стадия. Эта стадия называется нулевая. А это первая. Почему нулевая? Тут еще нет никакой работы света над желанием. Только в первой стадии. Свет полностью входит и наполняет желание. В этой стадии есть все. Есть желание, которое развилось светом, и которое наполнилось светом. То есть реализация всего того, что есть в кетере, есть в хохма, в первой стадии. Реализовал, и ничего больше и не надо. Дальше некуда развиваться вроде бы. Но поскольку, как мы говорили, Творец желает, чтобы творение было самостоятельным, он вызывает в нем появление реакции от себя. Каким образом? А то, что кроме света, наслаждения, творение, вот это вот желание, начинает ощущать, что оно получает наслаждение от кого-то. То есть я не просто получил стакан воды и выпил, мне хорошо. Я вместе со стаканом воды увидел, кто мне это дает. И поэтому я себя наполняя, этим связываюсь с дающим. Во мне входит как бы часть дающего. Я начинаю думать, кто же он, почему он мне дал, почему он меня наполнил, какую цель он преследовал. Он отдающий, а я получающий. То есть он выше меня, а я ниже его. Я хочу быть такой, как он. Почему? Да потому что, исходя из своего желания наслаждаться, я теперь чувствую, что я желаю насладиться, а у него это есть изначально. И поэтому я желаю быть таким, как он. С точки зрения моего эгоизма, моего желания, стоит быть на уровне, когда ты ни в чем не нуждаешься, у тебя есть все. А это и есть уровень Творца. Поэтому следующая стадия, которая возникает из первой стадии, это когда вот эта первая стадия в своем конце начинает ощущать Создателя, Творца или свойство света. Свойство света – отдавать. И поэтому желает отдавать. И вот в ней тогда возникает следующая стадия. Желание следующее – не получать, а отдавать. Вторая стадия. Противоположная первой. Почему? Да потому что он увидел хозяина, у которого есть это наслаждение, и он хочет быть такой, как он. Потому что он более совершенный. И это вторая стадия, она называется бина. Желает только отдавать. Но когда в ней проявляется полностью это желание отдавать, оно начинает чувствовать, что отдать-то ей нечего. Что ей есть отдать? У Творца есть наслаждение. Он поэтому и наполняет этим наслаждением творение. А что есть у творения? Ничего. Как же тогда можно насладить
Как же можно что-то дать? Значит, подобным Творцу быть не может. И тут у него возникает мысль. Я могу быть подобным Творцу? Из того, что он отдает, он, исходя из этого, начинает, значит, это свойство отдачи. Отдача. Исходя из этого свойства отдачи, он начинает понимать, что он меня любит, Творец. Поскольку он меня любит, создал меня таким, чтобы я от него получал и наслаждался, значит, если я получаю, я буду его наслаждать. А не получаю, я его не буду наслаждать. То есть у меня в руках находятся ключи. Как бы ключик от его наслаждения или наоборот. То есть получается, что это как маленький ребенок может крутить своими родителями. Потому как они его любят, он может ими манипулировать. Вот что происходит здесь. И поэтому эта стадия вторая, она начинает здесь думать. Здесь у нее получается мысль. А что же я могу делать? Я сделаю третью стадию. В этой третьей стадии я создам такое состояние, когда я буду получать. Но это получение будет только ради того, чтобы его наслаждать, отдавать. И таким образом мои все получения, они будут не получением, а отдачей, эквивалентной отдаче. Эквивалентно отдаче. То есть здесь только есть свойство отдачи в бине. Здесь есть мысль, как реализовать, как действовать, как отдавать. Мысль, как отдавать. А здесь уже есть отдача сама в действии. Но когда это третья стадия, вот по это то, что, о чем он спрашивает. Когда эта третья стадия, она начинает вот так действовать, то она этим, она называется зарампин, она этим подобна Творцу. Она начинает ощущать себя, как ощущает Творец, когда он полностью все отдает. И при этом ощущает то огромное наслаждение, совершенство, вечность, которую испытывает тот, кто отдает и ни от чего не зависит. Никаких у него нет желаний, то есть ущербности, чего-то желать и чего-то, чтобы не хватало. И тогда он начинает, поскольку внутри него-то есть желание наслаждаться, он начинает желать вот этот статус, вот это свойство, вот это быть как Творец, наслаждаться этим состоянием, самонаслаждаться. И поэтому он принимает в себя весь свет и весь статус Творца. Я хочу полностью получать, что я хочу получать? Быть на его месте. Не получать наслаждение от него, как в первой стадии, а получать его место. Недостаточно мне получать подарки от царя. Я хочу быть на месте царя, я хочу быть царем. Вот это и есть разница между третьей и четвертой стадией. То есть он желает получить свет, наслаждаться от света, и он желает быть как Творец, на месте Творца. И поэтому эта четвертая стадия называется Малхут. Малхут – это, я пишу здесь, царство.
царство желания. Огромнейшее желание все, что только можно. И Творца, и все, что приходит от Него, и все, что определяет Его состояние, Его степень, Его величие. Все, абсолютно все поглотить, от всего насладиться. Поэтому эта четвертая стадия, она такая, ну, законченная по своему эгоизму. И поэтому дальше развиваться эгоизму некуда. Дальше он просто продолжает на себя же реагировать. То есть с точки зрения Творца он завершил творение. Он создал желание, которое хочет быть как он. На этом все закончено. Поэтому есть всего лишь четыре стадии создания желания. Все остальные, следующие за ними, это уже стадии исправления. А эти четыре стадии необходимы для того, чтобы достичь полного желания. Без сильного желания, этого полного, на Творца, на его положение, на его наполнение, на все, что есть в нем, без этого невозможно дальше существовать. Поэтому эти четыре стадии являются основными. И из них дальше все следует. Мы на этом закончим сегодня урок. Будьте здоровы, до свидания.